высокий, худой, интеллигентный. Максима легче представить в кабинете за чертежами, чем за рулем гоночного автомобиля. Позади Курган, Челябинск, Асбест. Чтобы выиграть чемпионат Уральского округа, остались только Тюмень, Башкирия и Пермский край. По очкам первоуральцы пока впереди. Все области пока за нами. Первоуральск впереди. Выигрывал я в Кургане, в Челябинске, в Асбесте. То есть пока осталось Пермь и Башкирия не взяты, Тюмень. Максим улыбается. В жизни он ездит как пенсионер, не больше 80 на трассе. Гонять по прямой, да так каждый может. Только в чем соревноваться? В мощности двигателя? В ралли же главная реакция. Успеть сориентироваться за долю секунды. Особенно, когда разрыв между соперниками минимальный. А еще стресс, жара и плюс 50 в несгораемом комбинезоне. Нагрузки гонщик испытывает немалые. В эту жару, вот, которая вот сейчас бывает, что до килограмма теряю за гонку. То есть нагрузки такие достаточно серьезные испытывал. Ну, больше стрессовые, чем физические. Гонка – это риск, борьба. Ралли явного соперника на трассе не видно. А напряжение все выше и выше. Здесь пилот – это только руки и ноги, а мозг – это штурман. На эту роль Максим специально искал девушку. Говорит, у нее и голос четче, да и расстояние она считает гораздо быстрее. Хрупкая Женя с самой ответственной работой справляется на ура. Хотя для штурмана это огромный риск. Пилот должен доверять полностью своему штурману, что он строчку там не перепутал в этом в ажиотаже, что ту страницу прочитал. А штурман должен доверять этому человеку, сидящему слева с пульсом под 180, что он сейчас тебе правой дверью об дверь не приложит, что он все верно едет. На трассу невозможно выйти без главного автомеханика. За технику отвечает папа Максима. Рассказывает, что машину приходится чинить буквально на ходу. Когда внезапно после трамплина загнуло рулевую тягу, пришлось ломиками, и кувалдой и еще словесно помогать. Отремонтировали, продолжили движение. В итоге думали, что может попадем на подиум, а оказались первыми. Один из самых распространенных мифов – гонщики много денег выигрывают. Неправда, на гонку больше потратишь, ведь каждый обходится в среднем 10 тысяч рублей. Тогда зачем все это? Машины бить и деньги тратить? Я, наверное, уже не смогу без этого жить. Это мой такой наркотик. Александр Подубный, Влад Черноусов, Интара ТВ.